Машиностроение, фармацевтика, пищевое и химическое производство, IT-технологии и ряд других. Мособлдума утвердила перечень видов деятельности для импортозамещения. Практически все они представлены в Одинцовском округе и могут рассчитывать на поддержку как регионального, так и муниципального уровня. Они должны быть зарегистрированы на территории Московской области, соответствовать перечню отраслей, которые ранее перечислены, наличие бизнес-плана, отсутствие задолженности по налогам. Необходимо указать тут 6 пунктов, источник финансирования, объем инвестиций и количество рабочих мест. Подать заявку на региональные меры поддержки можно сразу тремя способами. Через инвестпортал Подмосковья, по электронной почте или по телефону горячей линии 0150. Предприниматели могут рассчитывать на субсидию процентной ставки по кредиту банка, льготный займ Фонда развития промышленности. В первую очередь это льготный займ от Фонда развития промышленности Российской Федерации. Сумма до 2 миллиардов рублей и сроком от 1 года до 5 лет. Ставка от 1 до 5%. Банки – это инвестиционная льготная программа с льготным финансированием. Также достаточно большой объем средств был выделен из федерального бюджета. Предприниматели, которые готовы участвовать в программе импортозамещения, могут получить и муниципальные меры поддержки. Это субсидии, льготы при аренде муниципального имущества, отсрочка выплат по ранее полученным субсидиям. Мы, как и обещали нашему бизнес-сообществу, готовы и должны в ручном режиме, по-разному можно называть, сопровождать каждое предприятие и защищать их от либо внешнего воздействия, либо проверок, и занимать тоже проактивную позицию, помогать им в текущих вопросах. Кроме того, предприниматели могут оформить без торгов земельный участок за 1 рубль на срок до 3 лет. Процедура проста и займет несколько минут. Заявку можно подать через портал госуслуг Московской области. Обратиться за этой мерой поддержки может индивидуальный предприниматель, гражданин Российской Федерации или юридическое лицо, в составе которого также есть россияне. Основные условия со стороны арендатора – это то, что арендатор обязуется реализовать инвестпроект, а с нашей стороны это предоставление земельного участка без торгов, и стоимость его составит, цена аренды, 1 рубль за год на 3 года. Срок оказания этой услуги чуть больше 3 недель. Подобрать земельный участок можно через инвестиционный портал Московской области. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».